Всем привет, дорогие друзья! Вот такой вот новый ЖК выстраивается на набережной Актау, рядом с ЖК «Три Короны». Интересно, будет ли им хватать парковки на всех жителей? А мы сейчас заходим на Парк Победы или Аллея Победы. На этом бульваре установлена бетонная стелла, круто возносящая в небо истребитель МиГ-21. Это один из тех самолетов, что базировался на военном аэродроме в нынешнем международном аэропорту Актау. Местные жители называют его просто самолетик. По бульвару Победы установлено несколько знаменательных памятников. Это памятник интернационалистам. В 2018 году была установлена вот такая вот необычная стелла, посвященная радиационной аварии. Честно говоря, это одна из, наверное, самых загрязненных аллей в городе, потому что видно, что местные жители, которые живут вокруг этой аллеи, выходят сюда выгуливать своих домашних животных и не убирают за собой. А мы сейчас проходим стеллы, на которых изображены участники Великой Отечественной войны. И перед нами одно, наверное, из самых важных сооружений этой аллеи, да и всего города. Это памятник в виде юрты, в центре которой, не угасая, горит вечный огонь, как символ вечной памяти. Этот вечный огонь – один, наверное, из самых красивейших в Казахстане. Обратите внимание, какие на стенах установлены гигантские бронзовые фигуры. Эта вся композиция просто поражает. Памяти павших в боях за Родину будем достойны. Ну а на этом наша прогулка по аллее заканчивается, и мы будем двигаться дальше. До новых встреч!